Холестерин. Интересные и полезные факты о холестерине. Знаете ли вы что? 80% холестерина вырабатывается вашим организмом, печенью, а остальные 20% вы получаете с пищей. Есть некоторые продукты, не содержащие холестерина, но заставляющие ваш организм его вырабатывать. Они называются трансжиры. Забитые холестерином артерии похожи изнутри на намазанные сливочным маслом. С другой стороны, холестерин нужен для развития клеток головного мозга. Если его будет мало, у вас появятся проблемы с памятью. А высокий уровень холестерина вызывает эректильную дисфункцию, импотенцию. Много полезной и необходимой каждому информации вы найдете в видео по ссылке внизу. Подписывайтесь на канал Medical Advice, чтобы быть в курсе всех медицинских новостей.